Я возвращаюсь к южной промзоне. Дмитрий Николаевич отвечал в прошлый раз, что нету схемы. Насколько вот нам стало известно, схемы вот этих вот всех отведений, водоотведений есть. Люди вот ждут, уже вот февраль наступил, еще 3 недели, и там начнет их уже топить. Ну, хотя в субботу уже плюс обещают, может и раньше начнет топить. И опять денег нету в бюджете вот на эти мероприятия. Когда они будут проводиться? Вы говорили, что по весне начнем. То есть мы до весны еще будем, ну, деньги эти искать. Люди страдают, а вы корректировки не делаете. Так вот везде получается. Ну, смысл в том, что вот сейчас заявление опять поступило, что схемы сетей есть, сетей электричества, как бы, и же с ним. Я до этого докладывал и обозначал и заострял внимание на том, что это сети, не входящие в единую сеть, это были частные ведомственные сети. А мы говорили о том, что для выполнения работ по либо строительству, либо восстановлению сетей необходимо проведение ряда мероприятий, начиная с осмотра, экспертизы, определения фактического состояния данных сетей, учитывая их рабочее, допустим, состояние, процедура постановки на баланс и уже выполнение работ по их восстановлению и приведению к нормальным, к нормативным. Поэтому я говорю, что первой корректировки на начало февраля учреждение не готово подать на корректировку необходимый объем средств для выполнения данных работ. Ну а в дальнейшем будете готовы? Да, мы планируем. Планируете? Да. Все хорошо. Вот к этому сразу же вопрос. Вот опять нас водят всех за одно место, да? Вот я не понимаю, я или не по-русски говорю, или как. Вот честное слово, вот обозначил только что, да? А если было заявление только что, да, Дмитрий Сергеевич, поступило, что есть схемы сетей. Схемы сетей – это не сети. Невозможно поставить и подать заявление о начале процедуры какой-либо того, чего нет. А для того, чтобы понимать, что там есть, и необходимо провести обследование, в том числе при наличии технического состояния, я еще раз говорю, сетей, а не схем, о которых вы только что говорили. Что сделано? Хотя бы немножко сделали, нет? Мы уже вам схему нашли, которую перерисовать. Я должен выполнить мероприятие сейчас по начале процедуры без хозяйных схемы сетей или что? Я вам говорю, мы занимаемся этим. Дмитрий Николаевич, но этот вопрос, он уже сколько висит в воздухе и ничего не сделано на данный момент. Подождите, но он же сказал, что они занимаются этим. Даже что? Вот что? Ответьте нам, что сейчас сделать. Давайте так, сейчас мы уже ничего не решим. То, что на работу приходит. Когда, Дмитрий Николаевич, будет этот вопрос вынесен на корректировку? На данный момент я не готов это сказать. Ну, в следующей сессии будет готово? Например. А что, затраты на техинвентаризацию, ну, составление технических схем. Будет, нет? По крайней мере, на данный момент мы определили предполагаемого подрядчика, провели с ними переговоры, определили необходимые направления в этом вопросе, что необходимо сделать для понимания общего объема решения вопроса. Для того, чтобы дом этот работал нормально, вам нужно 100 метров и 50 привести в порядок. Все. Хорошо. Они говорят глобально. Конечно, о глобальном говорят.